Ну, теперь в США Джозеф Байден, один из кандидатов в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии, несколько раз удивил своих сторонников. Выступая в штате Миссури, он несколько раз оговорился. Сперва, рассказывая, как он работал вице-президентом Обамы, Байден смешал две фамилии друг с другом, а в результате следующей оговорки Байден фактически предсказал Трампу победу на выборах. Я всю жизнь был демократом, гордым демократом. О, Байден, Бама, демократом. Мы не можем переизбрать, мы не можем выиграть перевыборы. Мы можем только переизбрать Дональда Трампа. На оговорку уже обратил внимание и сам Дональд Трамп. Он поделился уже этим видео, снабдив его комментарием, что полностью согласен с Джо.